А перед просмотром хочу порекомендовать вам канал Life Stories «Жизненные истории». Первая любовь, лихие 90-е, командировки и просто непредвиденные повороты судьбы. Все это вы сможете прослушать как в моей озвучке, так и в озвучке от профессиональных дикторов на канале Life Stories. Ссылка на канал в закрепленном комментарии под этим роликом. Холодно. На улице метет так, что просто невозможно разглядеть хоть что-то дальше своего носа. Но несмотря на такую непогоду, я рад, что иду в школу. Странное желание для ребенка в 11 лет, но все же школа была тем самым спасением от жестокости моего отца. Матери у меня нет, она умерла, дав жизнь мне. Бабушка, что воспитывала меня, тоже умерла примерно месяц как. И я познакомился со своим отцом. Он ненавидел меня за то, что я выжил, а моя мама умерла. Наверное, было бы лучше, если бы я ушел вместе с ней тогда. Но жизнь распорядилась иначе. Мой отец много пил и приводил домой своих друзей-алкашей и свою сожительницу, которая заставляет меня называть ее мамой. За любое неповиновение я получал побои. Хотя я понял с порога, хорошо я сделал или плохо, меня все равно будут избивать. Но сейчас у меня появился друг. Как бы глупо это ни звучало, но я его сам создал каким-то образом. А перед этим, после побоев отца, попал к каким-то непонятным людям, которые сказали, что я ведьмак, стихийник, что я способен обучиться любому виду энергии. Местный аватар, короче говоря. Правда, того хоть только враги прибить хотели, а вот меня родной отец. Так вот, мой друг, как оказался, мой фамильяр, это что-то вроде личного помощника и охраны в одном лице. Я его назвал Мир. Не от слова «мир» или «чего схожего», просто хотелось какое-нибудь суперское имя. Он был таким забавным, что кроме слова «чудо» в голову не лезло ничего. Но он же не йогурт, поэтому я взял, перевел чудо на английский, а оттуда и сокращение «мир». Я определенно оригинален в своих идеях. Ха, жаль, никто не оценит. Яр, а ты не простудишься? Мир бежал со мной рядом, очень хорошо, что его никто не видит, кроме меня. А это я бы точно не смог объяснить, такого кота еще и в школе. Все хорошо, Мирчик, главное подальше от дома. А тебе как, не холодно? Я понимал, что его шерсть, конечно, теплая, но все же переживал. Ты шутишь? Я же магическое существо, мне не бывает холодно или жарко. А вот ты можешь заболеть. Хотя да, в одном ты прав. Лучше, чем дома с этими алкашами. Странно, что они не вспомнили о своей бабусе Двухвостке. Хотя, может быть, она им была никем, хоть за это тумаков не дали. И почему ты против, чтобы я ему устроил паралич? Мир много раз предлагал мне обездвижить отца или лишить его памяти. А мог и вовсе проучить, но я не хотел с ним так поступать. Как-никак, а он мой отец. Поэтому терпел все унижения и побои. А мир меня потом лечил. Ты же знаешь, что нам так делать не стоит. Если мы будем каждого вот так убирать, то я не буду жить так, как учила бабушка. Она всегда говорила, что, имея большую силу, мы несем ответственность. Воспоминания о бабушке больно кольнули в самое сердце. Без нее было тяжело. Но мы уже подошли к школе, и я запрятал глубоко в себя свои воспоминания. В школе меня не трогали, скорее даже сочувствовали. Особенно наш школьный дворник, дядя Сережа. Он пришел работать в школу через 2 дня после того, как сюда пришел я. Мы подружились. Он не очень жаловал других учеников, но ко мне относился хорошо. Жалел меня, наверное. Придя за 20 минут до начала урока, я успел переодеться и даже перекусить. Дома я не завтракал никогда, да и нечем там завтракать. А вот соседская пожилая пара постоянно меня подкармливает. У них есть внук, Костя. С ним не общаться не доводилось, он старше меня.
Но кажется, он меня не взлюбил. Постоянно косится или пропадает. Он тоже сирота, у него родители погибли. Его дед пытался поговорить с моим отцом, но тот только мне потом всыпал за это. Поев вкусных пирожков и запив их домашним компотом, я начал готовиться к уроку. Мои одноклассники поздоровались и, как всегда, разбрелись на группы. Я, увы, так и не смог подружиться ни с кем. «Яр, а почему у тебя нет друзей?» – шепотом спросил Мир, как будто его кто-то слышал. Я сделал вид, что упорно что-то про себя повторяю, чтобы не подумали, что я сам с собой разговариваю. Да ты знаешь, как-то не вышло. Не шпыняют, и то хорошо. Я показал Миру тихо, так как не хотел показаться странным. Учебный день проходил достаточно спокойно. Приближалось время общего ликования школьников – это обед. Кормили таких, как я, бесплатно. А меня даже подкармливали, так как знали моего отца, точнее, что он алкаш. Ему даже пытались угрожать, что расскажут в опеку, на что он всех посылал, а я просил не говорить, потому что не хотел в детский дом. Там, может быть, меня никто бы и не избивал, как он, но почему-то не хотелось. В нашем детском доме не очень любили домашних детей, которые попали к ним из дома. Мы хоть немного знали любовь, пусть даже и не родители. Нам не так приходилось отстаивать себя, а они были жестоки. Но причины понятны, их оставили и бросили, им было плохо. Ненужные дети никчемных родителей были и те, у кого родители погибли, но тогда они винили жизнь и все вокруг. Спускаясь в столовую, я обратил внимание, что дядя Сережа сегодня как никогда в духе. Почти не разговаривал со мной, а только постоянно косился в сторону Мира. Но я точно знаю, его он увидеть не мог. А на мой вопрос, что случилось или увидел, может, он что-то, он сказал, что просто засмотрелся на пол. Странно. А вот Миру это не понравилось. «Яр, я уверен, что он меня увидел». «Почему ты так думаешь?» «От него запах идет, гнилой какой-то, как картошка прогнившая». «Ты теперь всех подозреваешь?» «Нет, но вот его надо бы проверить». «И как же мы его проверим?» «А после уроков зайди к нему чай попить, как всегда. Там и посмотрим». Я согласно кивнул и принялся за еду. Эх, жаль, что кормят один раз в день. Очень вкусно. А кто-то говорит, что нет. То это они просто зажрались. Плотно так пообедав, мы пошли на оставшиеся два урока. К слову, это были два урока труда. Но вы знаете, как это бывает в пятом классе, когда девочки отдельно, мальчики отдельно. Так вот, пока дамы шьют, говорят и прочее, мы изучаем мужскую работу. Наш трудовик Вадим Эдгардович старался научить нас всему, что умел сам, и очень тщательно подходил к своему предмету. Даже старшеклассники не смели прогуливать, как он говорил нам: «Мужчину украшают не только шрам, но и умелые руки. А если мужчина не умеет ничего делать своими руками в доме, то пусть идет и учится краситься». К слову, он был человеком старой закалки, и к нему на урок нельзя было приходить как-то при параде. Удобная одежда, чтобы ничего не мешало, и ту, что в случае чего не жалко запачкать. Но так как мы всего лишь пятиклассники, то пока что учились только правильно держать инструменты, учили их название и для чего они нужны. Я во многом опережал своих одноклассников, так как я жил в деревне и был единственным мужчиной в доме. Но я этим не козырял. Так вот, что-то я отвлекся. На трудах к нам зашел дядя Сережа и о чем-то переговорил с нашим трудовиком. Нервно вышел, хлопнув дверью. Это было странно, так как такие вот выпады настроения на глазах учеников были недопустимы. Наш учитель мягко извинился, продолжил урок. А вот меня уже терзали разные мысли. Еле дождавшись, я все же рискнул спросить о их ссоре. «Ярослав, я рад, что вы такой внимательный молодой человек. Но взрослые дела – это взрослые дела». Наш трудовик, как всегда, был невозмутим. Амир, уже пошикивая, намекал, что нужно сходить к дворнику. И забрав свои вещи, я поплелся к его каморке. Правда, его там не оказалось.
Как мне сказала уборщица, он полез в подвал за инвентарем. Я поплелся туда. Дверь была заперта изнутри. Хм, может, у него там свои дела? Яр, давай откроем. Мир крутился у моих ног. А вдруг он просто хочет побыть один? Но может же человек иметь свои секреты? Мы тихо войдем и посмотрим, а потом так же тихо уйдем. Закрыто, мир, я сквозь стены не умею ходить. Я же ему не привидение. А я уже открыл. Он улыбнулся, как чеширский кот. Хорошо, только давай быстро и тихо. Я пригрозил ему пальцем, на что мир сделал глаза блюдца, как будто его надо пожалеть. Мы прошли по лестнице вниз, школа была старая. Поэтому под школой находилась бойлерная, давно нерабочая котельня, старая заброшенная прачка, подсобка и подвал. Помещений было множество, даже бомбоубежище. Сюда мало кто спускался, так как не было нужды. Да и кому охота бродить там, где темно, сыро и не очень хорошо пахнет из-за плесени? Мы шли, и я постоянно боялся упасть. А вот то, что я провонял этой сыростью, было определенно точно. А может быть, этот запах просто уже застрял в моем носу. Дворника нигде не было. Такое чувство, что он куда-то провалился. Или вышел с другой стороны, что как раз таки не исключено. Мир, он, наверное, вышел где-то уже. Нет, его запах. Я чувствую его запах. Снова запах гнилой картошки? Да. Очень уверенно и упрямо он ответил. Может, тебе просто проелся этот запах и показалось? Ну а что, мне вот еще долго будет казаться, что сыростью воняет. Ярик, я не дурак и прекрасно знаю, о чем говорю. Я создан из твоей силы и энергии. И даже то, что не чувствуешь ты, то чувствую я. Обиженно проворчал мой фамильярчик. Ладно, но мы почти все обошли. Он шикнул мне и, не дав продолжить, затаился, указывая, чтобы я тоже спрятался за огромным баком. Я присел. В темноте, которая тут царила, меня не видно. А его таки подавно никто не видит. Но мир почему-то тоже спрятался. Посидев так какое-то время, я уже хотел уходить, но услышал шаги. Шаги были тяжелые и шоркающие. И кто-то противненько так ворчал. «Воняет. От него теперь тоже воняет. Но он еще ничего не умеет. Надо есть, есть, пока он не может ничего». Голос был странным, незнакомым, хрипучим и очень злым. Я словно вжался в стену, хотя в этот момент я пожалел, что не могу полностью пройти через нее. А голос был все ближе и ближе. «Ты видел его сущность, он его создал, он смог!» Что-то мне вот это все не нравилось. Шаги подошли вплотную к тому месту, где сидел я. «Чую, чую, он тут рядом, воняет, о, как воняет!» Я присмотрелся. Эти ботинки я узнаю из тысячи других, они принадлежат... «Дядя Сережа, нашему дворнику! Не хочу в это верить, он просто добрый дядечка!» Но он все же принюхивался, и казалось, что еще немного, и он меня заметит. Резкий шум, что-то сильно хлопнуло, и он побежал прочь туда, откуда только что пришел. Я выскочил и побежал к выходу, мир несся рядом со мной. Выяснять, что это вот все было, я точно не хотел. После недавнего происшествия я не был уверен, что готов к чему-то новому. Прибежав домой, я выдохнул. На мое счастье, отца тоже не было дома. Я разделся и пошел на кухню пить чай. Пока отец не пришел, нужно много успеть сделать. Мир приготовил нам теплый чай, так как боялся, что я могу обжечься. Он заботился обо мне. Мы принялись убирать квартиру, но мои мысли постоянно возвращались туда. Как так вышло, что вот это вот было дядя Сережа? Я не хотел верить. Мир, вот скажи мне, как вообще возможно? Нет, я, конечно, уже понял, что есть вот такие, как я и ты, что есть такие, как та бабуля. А чего они около меня теперь все? Я не знаю, возмущен я был, обижен или просто не верил еще.
Ох, вот понимаешь, они есть, были и будут. Просто, когда ты человек, ты не замечаешь многое, очень многое. Ты проносишься по жизни, а всему, что происходит рядом, всегда есть свое объяснение. Или вот смотри, бабуля была мамой этой вот женщины. Он аж поморщился, выговаривая слово «женщина». Так они о ней теперь даже и не помнят. И как оказалось, умерла она много лет назад. Ни соседи не помнят ее, ни те, кто был и видел. Это значит, что это чудовище было запечатано, пока мы его не освободили. А вот дворник мог и раньше видеть, какой ты. Он же ни с кем не общался, кроме тебя и школьников. А это значит, мог заманить и навредить. Он серьезно посмотрел на меня. Знаешь, я как-то об этом даже не подумал. А ведь действительно подкармливал меня, помогал. А я думал, он меня жалеет. Хотя из всех он один никогда не говорил плохо о моем отце. Он знал его и даже заступался, когда все хаяли по отношению ко мне. Меня словно из ведра катили ледяной водой. Вот видишь, все нужно рассматривать с разных сторон. Знаешь, а мне вот интересно, а наши соседи про своего внука знают? Ну может, он тоже давно погиб со своими родителями, а им только кажется. Не знаю, но я чувствую от него черную энергию, а точнее запах смерти. Он даже поежился, словно подтверждал свои слова. Блин, а они такие хорошие, надо их спасать. Я был уверен, что Костя не их внук, да и странный он для таких хороших людей. Доделав уборку, я сел за уроки и успел их доделать очень вовремя, так как домой пришел отец со своей спутницей и дядя Сережа. Все, кроме дворника, были пьяны, что меня знатно насторожило. Отец прошел по квартире и вновь остался недоволен и принялся раздавать мне лещей. Мир как мог держался, понимая, что я этого не одобрю, а его сожительница только смеялась, когда он избивал меня. А вот дворник пристально наблюдал за этим, и я заметил, что скорее всего он видит мира, просто вида не подает. Когда отцу надоело, он передал ремень моей мачехе, и тогда она принялась за воспитание. Очередные полоски от ремня исполосовали мою спину, руки, ноги. Я держался, чтобы не зареветь или не завыть от боли, ведь тогда они станут бить сильнее. А как так вышло, что вы воспитываете его, воспитываете, а я в школе что-то не замечаю следов вашего воспитания? Дворник словно специально подлил масло в огонь. «Ты что, думаешь, мало?» Отец посмотрел слишком довольным взглядом, словно нашел сторонников моего воспитания. «Я не знаю, просто по нему не скажешь». Он как-то безразлично пожал плечами. «А ты знаешь, а на нем, как на псе плешивом, все заживает. Он, сучонок нашей крови, сколько пьет!» Мачеха смачно выругалась в мой адрес, а мне стало так больно внутри, как будто моя душа сейчас расколется. Она все смеялась, чтобы она подавилась своей же слюной. Не успел я подумать, как женщина начала сильно кашлять и давиться. «Это точно не я!» Я посмотрел на мира, тот ошарашенно развел руками, и я мысленно попросил его ей помочь. Он, конечно, фыркнул, но остановил это. Ошарашенная и вся плеванная своей слюной и соплями, она накинулась на меня еще сильнее, считая, что это все из-за меня. Когда же им надоело-то, они пошли еще за одной бутылкой. На этот раз вернулись они без дворника, и отец выставил меня в коридор, чтобы я им не мешал. Я сел на подоконник, а мир принялся лечить мои раны. И в этот момент дверь соседей открылась, оттуда вышел Костя. Я почему-то сразу напрягся, мир тоже, но спрятался за мою спину. Следом выглянула его бабушка. «Ярик, сыночек, ты чего тут сидишь? Опять Мишка над тобой издевается, падла!» Она покачала головой, Костя не отреагировал никак. Он вообще на меня не смотрел. «Да, я мешаю им отдыхать. Я не знаю почему, но именно с ними хотелось делиться». «Яричек, а пойдем-ка к нам,
Мы вот с Костей идем в магазин, а ты бы с дедом посидел, покушал хоть. Я вон борщица-то сварила». Я не успел ответить, как в разговор вмешался Костя. «Ба, ну что ты пристала к нему? Да и сама знаешь, не лучшая идея это». Он даже из вежливости не скрывал своего недовольства. «Так, Константин, я что-то сейчас не поняла. Это по какой-то причине это плохая идея. Я в твои дела не лезу, внучок, но и ты знаешь, что нельзя так. Я разве так воспитывала? А ты можешь и немножко быть вежливее». Она своим кулачком постучала ему по капюшону. Он помолчал, бабушка смотрела на него, словно не моргая. «Да, ты права, сдаюсь. Прости, малец, я просто переживаю за своих. Проходи». Он сказал это без тени смущения и раздражения. «Надеюсь, что не сожрут они меня. И если я помешаю, то, может, не стоит?» Я как-то напрягся. «О, ну ты доволен, Константин. Теперь он думает, что нам мешает. Ох, вот не таким я тебя воспитывала, дед!» Она так громко позвала. «Ба, успокойся». Костя попытался ее успокоить, но, видимо, бабуля разошлась. «Что случилось, рыба моя?» Дед у них был весельчак. «А ты знаешь, а то, что внук да наш грубиян, невежа, обидел он ребенка». Я попытался возразить, но меня не слушали. «Я предложила Ярику посидеть у нас. Михаил в доску обнаглел. Так Костя высказал, что это неудобно, понимаешь? И главное, что никакого сострадания. Это что за такое пренебрежение к сочувствию и в конце до концов к вежливости?» Она говорила и говорила, корила его. Костя уже не знал, куда себя деть. Я бы на его месте провалился уже. Он просто качал головой, а дед пытался угомонить свою супругу, на что получил сумкой по голове и Костя тоже. «Ярослав, проходи, не стесняйся». Дед позвал меня и подмигнул. «Спасибо большое». Я встал, и мы с Миром пошли. Костя посмотрел на меня внимательно и делал вид, что не видит Мира. Но я-то точно уверен, что он видит его. Они ушли, а дед проводил меня на кухню. Налил вкусного борща и сел кушать вместе со мной. «Ты это, на Костю не огорчайся. Он парень хороший, занятой только. Да и просто не любит заводить новые знакомства, чтобы не привязываться». Как-то с грустью сказал дедушка. «Да я и не думал, это же его дом, он просто меня не знает». Я как можно непринужденно пожал плечами. «Так вот и познакомьтесь поближе». Он похлопал меня по плечу, и мы продолжили кушать. Костю я с бабушкой не дождался, так как услышал, как мой отец на весь подъезд орал меня. И дождавшись, когда он выйдет на улицу, я выскочил из их квартиры и сделал вид, что спал на подоконнике этажом выше. Получив очередную порцию тумаков, я отправился спать. Утро выдалось странным. Отец сегодня ушел с самого утра, а я даже смог нормально позавтракать с Миром. Правда, в школу идти не очень хотелось. Теперь меня беспокоил дворник, который так не кстати уже стоял на крыльце. «Доброе утро, дядь Сережа». Я сделал вид, как будто ничего не произошло. «А, Ярик! А я вот тебя жду». Он придирчиво и даже не скрывая стал разглядывать мое лицо. Еще вчера там была ссадина, которую мне сделала железная бляшка от ремня. «Правда? А что случилось?» «Вот и все. Сейчас-то и будет капец мне». «Да хотел узнать, как ты? Вчера тебе сильно досталось?» «Ага, еще бы, с его-то подачи», — пронеслось в голове. «Все хорошо. Замазываю синяки, вот у соседки взял тоналку». Глупо, но это первое, что пришло мне в голову. «У соседки? Ха, она же бабушка». Его глаза так хитро улыбнулись. «Ну да, а что такого? Может быть, красится еще, она же работает, а может, у невестки внука взяла».
Ой, что я несу? По Косте, конечно, много девочек с ума сходит. Даже среди моих одноклассниц есть его фанатки. Но вот отношения он не заводит. Ты о Косте? Он как-то нехорошо спросил. Ну да, а о ком же? Так вы знакомы? Его глаза словно темнели, или мне кажется. Ну да, соседи же. Ха, и все? Не общаетесь? Ну, иногда. Угу. Ну ступай, учись. Он пропустил меня, я постарался сбежать от него подальше. Эта беседа мне не нравилась абсолютно, он уже не казался таким хорошим дядькой, и все его действия я уже видел другими глазами. И, к слову, сегодня я тоже почувствовал от него противный запах, как будто его облили помоями и той сыростью. На уроках я сидел словно на иголках, но радует, что учился я хорошо, поэтому меня сегодня не спрашивали. Пришло время обеда, мы пошли с Миром в столовую. Но по пути дворник окрикнул меня. «Ярослав, а можешь помочь мне?» Он смотрел своими добрыми глазами. «Ну хорошо, а что надо делать?» «Да так, просто подержать инструменты и подать, а то рук-то две, а их много». Он даже выдавил из себя улыбку, только вот доброй она даже не казалась. Скорее, какой-то противной. «Ну, хорошо». Я сглотнул, и в этот момент мне показалось, что как-то громко, потому что он хихикнул. Мы спускались в тот самый подвал. Мир следовал за нами аккуратно, на расстоянии. Все вокруг пахло сыростью и сильно сбивало запах гнили, который так хорошо чувствовался наверху. Мы пришли в старую прачку, и это уже само по себе было ненормальным. Она ведь уже давно не работала и была заброшена. «А что тут нужно чинить?» Я сделал шаг назад. «Да так, пару котлов. Думаю, вот заработает. Какая польза школе будет?» «Ага, как же», — подумал я. «Прачка в школе, прям во всех есть». «Ага». Я кивнул, но не подходил. «Подойди ближе, я подлезу под стеллаж». Еле слышно, с какой-то появившейся хрипотой сказал он. «Хорошо». Я крепко держал молоток, слабое оружие в руках для школьника, но момент выиграть может. Я сделал шаг, Мира я уже чувствовал за собой. «Яр, а ты думаешь, этот пушистый тебе поможет?» Я даже не успел отреагировать, как он набросился на меня, а вместо привычного дяди Сережи был нездорового вида человек, клацающий зубами. «Зубы, забудьте! Это офигеть какая челюсть, ее разглядел лучше, чем стоило бы. Он так быстро скакал из стороны в сторону, что я просто упал. Голова от его прыжков по кругу дико кружилась, он хлопал руками и стучал зубами. «Ха-ха, сейчас меня ждет обед из очень глупого мальчика». И вот теперь он перешел на шипение. «Что я вам сделал?» Твоя сила, стихийник, мне нужна она, а забрать ее можно, только убив тебя и сожрав твою душу». Его образ человека расплылся, он превращался в какое-то непонятное мне существо. Руки, ноги, все было прежним, лицо исказило противная гримаса, словно вместо человеческой головы была голова ящерицы. По его телу бегали какие-то тараканы, он их ловко перехватывал и ел. «Где же Мир?» Я попытался отыскать глазами своего фамильяра. Но его не было, но я чувствовал, что он словно остолбенел. «Отпусти меня!» Что было сил, я выкрикнул и выставил перед собой молоток. «Нет, я долго ждал, одного я уже упустил. Да, он силен уже, а вот ты мне подходишь». Он посмотрел на молоток в моих руках и только откровенно засмеялся. Правда, смехом это не назовешь. Его язык, который то и дело высовывался, ловил жучков и что-то большее, похожее на скрип, чем на смех. Он подходил ближе. Я пытался вызвать себе хоть какие-то силы, но ничего не выходило.
Мир как будто отдалялся от меня, ему сейчас было плохо. «Мир!» – я крикнул. «Зови, зови, только вот мой помощник голоден, и сейчас твой фамильяр будет ему хорошим обедом!» Он отошел в сторону, и я увидел, как мир застыл на месте, вокруг него плел паутину противный, страшный и здоровенный паук. Его конечность облепляла множество жучков и тараканов. Он выманил каким-то образом крыс и жрал их, а потом сплевывал, и тараканы поедали эти остатки. Это было ужасно и отвратительно одновременно. Мир был как зачарованный. «Мир, мир, не смотри ему в глаза!» «Поздно, он уже не слышит, а сейчас время обедать!» Он кинулся, а я замахнулся молотком, но он отбил его. Правда, попал в своего противного паука. Тот заскрежетал со всей силы, как очень скрипучая дверь. В этот момент мир словно пришел в себя. «Яр!» Мир прыгнул ко мне и тут же начал увеличиваться в размерах. «Жалкий комок шерсти! Ты думаешь, сможешь меня победить?» Мир заслонил меня с собой, я боялся за него. Нас окружили паук и этот недоящер. Страх меня словно сажал в оковы. Хотелось просто закрыть лицо руками и ничего этого не видеть. «Яр, сосредоточься, загляни в себя, ты сможешь! Нам нужно просто момент!» Мир говорил быстро, я пытался, но у меня ничего не вышло. Какой-то оглушающий удар, и я упал. А потом моя паника взяла надо мной контроль. И не только надо мной. «Яр, пожалуйста, чем больше ты боишься, тем я слабее, и ты тоже, прошу тебя!» «Я не могу, мир, у меня нет сил!» «Поверь в себя, давай!» На какое-то мгновение я представил вокруг себя шар, как кокон, чтобы мы там могли спрятаться. И я ощутил, как по рисункам на моем теле словно побежал ток. Этот ящер что-то там шипел, но я не разбирал. Меня просто оглушало от напряжения. Меня мотало из стороны в сторону, мир был около меня, а вокруг него был очень яркий свет. Нам бы только выжить сейчас, просто один шанс. И краем глаза я заметил густой черный туман, который начал клубиться вокруг нашего кокона. Паника снова начала меня охватывать. «Яр, держись!» Мир ухватил меня сильнее. Я попытался сосредоточиться, но туман был таким густым, что кроме нашего защитного кокона, я не видел ничего. И мир тоже. Я слышал вопль, чей-то знакомый голос, но не мог разобрать. Неужели кто-то решил сюда прийти и сейчас в опасности? Я попытался сделать больше, чем кокон, но моих умений не хватало. Даже на моем коконе пошли трещины. Сил почти не осталось, удары и вопли, и громкий крик. «Акил, давай!» И потом тишина, и я ушел куда-то в себя. Пробуждение было тяжелым, я очнулся в медпункте школы. Потерял сознание, решили, что простыл. И зная моего отца, просто разрешили не ходить в школу пару дней. Я, конечно, не обрадовался, но спорить не стал. Тем более, что нужно было выяснить, что с этим дворником. Спрашивать у медсестры я почему-то не рискнул. А еще в моей голове вертелось странное имя или что это, Акил. Убедившись, что я дойду до дома, меня отпустили. Я и мир хоть и были в порядке, но чувствовали себя паршиво. Придя домой, мы не застали отца. Впрочем, так даже лучше. «Мир, что это было?» «Если бы я знал, я точно знаю только одно. Нам нужно учить тебя. Если мы каждый раз будем попадать в неприятности, то нам кокон и случай не поможет. Я, кстати, так и не понял, как мы выбрались. Тебя-то могли вытащить еще, но меня никто не видит, кроме тебя». «Действительно, медсестра чуть не села на тебя. Но ты же не мог сам выйти?» «Странно, очень и очень странно.
Я помню, что тебе стало плохо, как ты упал, кокон осыпался мелкими частицами энергии. Помню голос и кого-то в черном, но лица я не помню. Он был ранен, это точно. А потом все, я ушел следом за тобой в беспамятство. Мир пытался все вспомнить. Из его слов я понял, что некто в черном с каким-то кольцом на пальце, что светило ярко-зеленым, был ранен. Голос и мне, и ему показался знакомым, но таким еле уловимым, что могло просто показаться. И главный вопрос – что же стало с дворником? Придя в себя, я и мир навели порядок, убрали все и стали ждать, когда придет отец. Не то чтобы я очень хотел его видеть, просто не хотелось ложиться спать, чтобы тебя выкинули из кровати, потому что ты не дождался. В конечном итоге усталость взяла свое, и мы уснули. Проснулся я от того, что мир тряс меня за плечи. «Что такое, мир? Я уснул. А отец, он пришел?» Я тараторил, до конца не соображая, что несу. «Тише, Яр, иди скорее сюда, к балкону!» Мир слишком аккуратно и бесшумно прыгнул при открытому балкону, а я, подходя ближе, услышал голоса. «Ты жалок, Михаил Дмитриевич, какой-то алкаш не может мне указывать, а вот я тебе очень даже могу». Это был Костя. Он стоял с моим отцом, и беседа на повышенных тонах говорила о серьезном конфликте. «Слышь, ты щенок!» Он замахнулся на Костю, но тот увернулся и ударил его прямо по челюсти и, завернув руку за спину, наклонился к его лицу. «Я тебя, алкаша, предупредил. Тронешь мальчишку, и я сотру тебя в порошок. Разве этого хотела твоя покойная жена? Она так мечтала подарить себе сына, что себя не пожалела. Так ты относишься к тому, кого она рожала ради вас? Он не виноват, что ты такая сволочь. О ее памяти ты подумал? Ты своим поведением оскверняешь ее память. Она смотрит на вас и плачет горькими слезами». Он выплевывал каждое слово в лицо моему отцу, а у меня защемило сердце. «Ты, да я тебя!» Он не договорил. Костя посмотрел в его глаза. Жалкое мгновение, и отец смотрел на него с таким ужасом, как я, наверное, на бабку и дворника, а может быть еще хуже. Что его так напугало? Костя откинул его и зашел в подъезд. Я зашел в комнату и по привычке съежился, представляя уже, как он на мне отыграется за это. Шоркающие шаги у двери, я быстро сел на стул, делая вид, что жду его. Мир быстро нагрел воду в чайнике, дверь скрипнула. Он стоял на пороге. Обычно его злость видна сразу, но сейчас он был каким-то подавленным. Мы смотрели друг на друга минут пять, потом в двери постучали, он открыл, там стояла его сожительница. «О, я пришла вовремя, ты еще не начал учить щенка?» Она смотрела на меня в ожидании мести. «Пошла вон!» Он рявкнул, а я поежился на стуле, его переполнила злость, я впервые почувствовал запах ярости. «Что?» Она выпучила свои пропитые зеньки. «Ты оглохла? Пошла вон, быстро!» Он вытолкнул ее за шкварник, ну вот и все. «Сейчас мне будет очень плохо. Сегодня явно не мой день». Он посмотрел на меня. «Ярослав, почему ты не спишь?» Его злость куда-то уходила. «Я тебя ждал, пап. Как ты и просил». Я сглотнул, слова давались с трудом, боясь сказать лишнего. «Ты иди, ложись, я тоже пойду отдохну». Он потрепал меня по голове, но не отвесил даже подзатыльник. «Спокойной ночи, пап». «Спокойной ночи». Такая пауза в его словах и глазах. «Сын». Он отвернулся. Но я успел заметить слезу, что застыла в его глазах.
Я вернулся в комнату с Миром, мы легли и укрылись моей курткой. Молча, наверное, оба находились под потрясением. Но позже отец занес в комнату одеяло. Я притворился, что сплю. Он не стал меня будить. Стащив куртку, он укрыл меня одеялом и просто вышел. Мир забрался поближе ко мне. «Яр, у него сердце оттаивает. Я чувствую». «Мне страшно. А если я поверю, а он просто на день или на два?» «Ты пока не расслабляйся. Мы это еще увидим и почувствуем». И мы уснули. Впервые я спал спокойно, даже не знаю от чего. А вот утро встретило меня сюрпризом. Отца дома уже не было, но это не удивляло. А вот то, что он оставил мне горячий завтрак и записку, чтобы я поел, очень даже настораживало. Я решил пройтись около школы и узнать про дворника, но, открыв дверь, заметил, что на пороге лежит конверт. Взяв его, я зашел. «Яр, а кому письмо?» «Как ни странно, но мне. От кого оно не написано, просто подпись Ярославу». Минуту я его гипнотизировал, но решил открыть. «Здравствуй, Ярослав. Заочно мы, можно сказать, знакомы, а возможно и лично. То, что случилось с тобой в школе, говорит о твоих способностях, но тебе нужно учиться ими управлять. Как я понял, ты стихийник, твоя основная задача – научиться управлять 4 стихиями. Думаю, ты их знаешь. Это воздух, вода, земля и огонь. Если вдруг тебе показалось, что от кого-то пахнет так же, как от старого дворника, то запомни, пока ты не способен за себя постоять, избегай тесного контакта. Меня рядом может и не быть в другой раз. Фамильяр у тебя тоже очень молодой и почти ничего не знает. Он еще пока что бытовой, как домовой, только еще и целитель. Обучаясь сам, ты научишь и его на ментальном уровне все твои знания отражаться в нем. Кто я, увы, не скажу, тебе еще рано все знать. Да и подвергать тебе опасности более чем то, что ты уже видел, не стоит. Но подсказку я тебе дам. Начни с воздуха и попробуй представить свои силы как что-то реальное, как защитную сферу в том подвале. Не привлекай к себе внимания и меньше общайся с фамильяром на людях. Ты стал выглядеть странным со стороны. Многие замечают. Удачи тебе, Яр. Вот тебе и раз. Я посмотрел на Мира. Значит, это тот, кто нам помог там? Но кто это? Я думаю, что мы узнаем, но, видимо, не сейчас. А вот совет он дал хороший. Мир как-то пожал плечами, соглашаясь со словами в письме. «Да, стоит попробовать. Может, пройдемся до магазина? У меня там есть мелочь. Может, на конфетку хватит?» «Пошли». Мы вышли из дома, завернули за угол к магазину. Там стоял Костя и какая-то девушка. Она, как и он, прятала лицо и благодарила его. Мне даже показалось, что она прозрачная. «Спасибо тебе». Ее голос был наполнен слезами, а мне казался каким-то родным. Я сделал так, как должен был. Его голос, как всегда, был ровным и холодным. «И все же спасибо и тебе, Акил». «Что? Как она сейчас сказала, Акил?» Я, кажется, попал просто в какое-то другое измерение. «Костя что, и есть Акил? Охренеть!» Я слишком сильно выдохнул, они оба резко обернулись, на что Костя закрыл быстро ее лицо и увел. Я стоял и не понимал, Мир тоже был в замешательстве. «Я слышал перед тем, как упасть, имя Акил». Я еле-еле проговорил. «Я понял, Яр. А вот что за дама такая интересная, я не успел ее разглядеть». «Глаза. У нее красивые глаза». Мне как-то стало тепло от воспоминаний о ее глазах, словно она с нежностью и любовью смотрела на меня. Мы забыли даже про магазин, я просто повернул обратно к дому. Присев на лавке, приходя в себя, я заметил, что идет Костя, и судя по его взгляду, он шел ко мне. «Привет, сосед». «Привет». «Ты извини за такую реакцию, моя знакомая просто очень стеснительная, и мы торопились». «Я... понимаю, а можно спросить?» Он поднял на меня свой взгляд, такой же холодный, как и он сам.
«Да, спрашивай». Голос слегка напрягся. «А почему она назвала тебя Акил?» «Акил? Это мое детское прозвище, я же из деревни. Вот там и прилипло». Мне показалось, что его капюшон шевельнулся, он явно перехватил мой взгляд. «У тебя капюшон, ты всегда в нем?» «Да, мне нравится». Я хотел сказать, что вижу, как он с ним или в него разговаривает, но умолчал. Не стоит, наверное. Я не был уверен еще, что он друг. И мы разошлись. Мир и я долго пытались понять, что это было, и заодно делали уборку. Отец пришел трезвым, сегодня он получил на меня пособие и даже купил продуктов. «Ярослав, нам, наверное, надо купить тебе другую одежду, это плохая уже». Его слова были какими-то потерянными. «Если ты так думаешь, то конечно. А тебе, у тебя тоже куртка, ну, не очень уже новая». Мы как-то глупо смотрели друг на друга, а потом он пошел на кухню и стал что-то готовить. Это был странный день. Отец удивлял, казалось, что ему передо мной стыдно. Я не лез к нему с вопросами, у меня самого было много вопросов в голове. А главное, что я не знал, почему меня напрягает внимание Кости. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон. Так как любая активность на канале – это продвижение. Кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.